Так, посмотрим, что здесь продают. Магазин Шаперс. Охрана. Вова, салфетки возьми. Санитайзер. Надо протирать. Дай я протру. Позвернее. Твои руки вытирай. Все, хватит вытирать? Или еще надо вытереть? Хватит, хватит. Ну, пошли дальше. Это уже готовое? Да, это горячее, да? Света, или это же не турки, это ветчина, хэм. А, это ветчина. Цветочки красивые. Сколько? $26. Ладно, идем. Красивые цветы какие. Вова, я иду по списку. Мне надо фрукты, овощи. Красота тоже какая. Картошку надо. Все надо. Вон турка, вон. Мы за ней приехали. Смотри, или скидка есть. Никакой скидки. $49 баунд. $30 такая. Нет. Ну, надо ждать, пока Thanksgiving пройдет, потом они будут на 30 баксов. А почему написано было, что скидка? Не было, это я тебе говорил, было прошлое годы. Тебе свинина нужна? Моя, я взяла на всякий случай себе еще, чтобы за ним не бегать. Мне тут вообще ничего не нужно. А это что? Короче, никаких скидок нет. $41 там, что очень дорого. Может, здесь? А ну, 28. Это сколько? Непонятно, где цена. Так, пожалуй, я нашла дешевую турку. То есть уцененную. Надо разбираться. Не. Вот что это за цена? Я не пойму, что это за цена. Вот. А это вес. $23. $1.89. Ну, кстати, можно было бы взять. $52 купили, а заплатили $42. Короче, на $50 вот эта покупка. На турку, на индейку $15 скидки дали. Ее общая цена была 30. В общем, нашли мы индейку. Арбуз купили. И еще ему 47, да, сказали. На $3 купил жвачки. На 5 купил упаковку жвачек такой большой. А мне купил жвачки? Нет. Мы пополам поделим. Ладно, идем. Все. И талон у него был на $10 скидки. Ну, набралась так общая покупка на 52, минус 10 заплатили за все $42. Ну, короче, да, нормально. Ну, почему я тебе говорю, сюда надо ездить? Ну, сюда я тебе объясняла, здесь все дороже, то, что мне надо. Днем надо ездить, запоминать дорогу, не по ночам ездить.
Вот ему лишь бы поспорить. Я ему сказала, здесь помидоры 3,5 доллара, а в фудлайне по доллару могут быть помидоры. То, что мне надо, здесь все дороже. Все, пошли, пошли, выключай свою мудилку. Сейчас едем в другой магазин еще. Да, поедем в другой магазин. Вова, что ты мелешь такое? Вот это надо выбросить было, за счет его багажника. Вова, давай быстрее поедем в другой магазин, а? Сначала надо продукты положить. Так открой крышу, наверное. Я не могу крышу открывать, потому что сюда не вместится. Сюда не вместится. Тогда иди сумки доставай. Крышу надо сдвигать. Короче, возьмет сумки. Второй магазин. Вот это денек у меня сегодня. Что вчера, что сегодня. Называется, расслабилась. Сейчас побыстрячку постараюсь. Иду вперед. Пока он там с машиной возится. Фудлайн, мой любимый магазин. По крайней мере, я здесь знаю, что где лежит. Корзинки есть? Есть. Салфеточки. Эти уже сухие. Сверху. Смотрю, что здесь есть. Интересно, конфеты выставили мои любимые? Да. Вот они. Вот эти шоколадные. Они бывают только на Рождество и на Новый год. Может взять одну. Почему они? С ценами вечно неразбериха. А вот еще какой-то зефир, что ли. Шоколадный. Ну, мы вчера взяли зефир. Лишнее. Возьму одну. Потом их не будет целый год. Очень кружка интересная. Такая легенькая, может взять для кофе. Классная. Что такое, Света? Кружка. Тебе новая надо? Да, я, наверное, возьму ее. Зачем она тебе? Для кофе. У нас много кофе. Нет, они маленькие все. Я люблю вот такие вот большие. Возьми она... ту, которую я вино хотел пить. Она легенькая. А, вот у вазу, да? Да, у вазу возьми. Классная кружечка. По списку все, идем к помидорам, идем. Я не беру все подряд, у меня список есть. Мы вчера набрались. Ёлочки уже. Ой, какие симпатичные. Какие славные. Это искусственно интересные или нет? По-моему, они живые. Какие красивые. Ой, не буду соблазняться, потому что и так денег дофига ушло. Вот, берем гранаты. И все по списку. Целый день мы с мужем ездили, бусеньку кормлю. Он уже поклевал там сухой корм. Я сейчас показываю все на одном видео. Ничего не буду обрезать. Вот, посмотрите, целый день я была занята. У меня здесь еще посуда, которую нужно разобрать. Там посуда, которую нужно домыть. Сегодня я с утра съела 2 бутерброда с этим черным хлебом. Даже убрать не успела, потому что мужа возила. Бутерброды были в том числе с помидоркой. И вот муж разбросал весь этот хлам, который мы привезли из 2 магазинов. Это нужно... Здесь сердце отваривалось. Это нужно в унитаз вылить. Это бусику. Рис я отваривала. Там еще 3 кусочка сердца осталось говяжьего. Вот это все нужно будет поубирать. Вот показываю жизнь, какая она есть. Там я скинула жилетку, нужно ее убрать. Здесь мое драное пальтишко, чтобы видео монтировать. И здесь все, что мы купили. Это мы купили в русском магазине. Как бы я сегодня вытащила, нужно открыть. Хочу попробовать макаронки отварить, возможно. И с чем-нибудь таким вкусненьким, может быть, с креветками. А мой любимый кофе, колумбиан, да, колумбийский кофе. Огурчики, мы очень их любим.
Бусики, косточки молочные были на скидке. Это бусику консервы. Как дешевые, так и дорогие. Вот эти вот блю очень дорогие. А, они были в США по 3 доллара. Потом по 4. Сегодня была скидка. По 3 я купила. Вот, видите, это бусику. Стараюсь покупать полезно. Это у нас 2 граната. У меня на сегодняшний день оставались вот эти 3 кислые яблока, из которых я собиралась сделать пирог с творогом и как бы и с яйцами, и с яблоками. Эти яблоки несъедобные были на скидке, они очень кислые, только на пирог подойдут. 2 граната, ананас, арбуз 8 долларов. Много водички, у меня все закончилось, да? Муж тоже любит кока-колу и газировку. Он что-то там ворчит, но он расстроен из-за машины. Так, огурчики. Это не органик. Не было органик. Такие были какие-то слабые. Это грушки. Это помидорки. Дешевые, не органик. Уже знаете, как стараешься выбирать, что подешевле. Это мыло. Вот мы заезжали в магазин Шаперс, там такое мыло было по 10, мы купили по 6 в другом магазине Foodline. Это у меня спрей для волос, кондиционер, который можно не смывать, я без него обходиться не могу. Это у нас для посудомойки. Это у меня от пародонтоса, врач сказал. У меня зуб побаливает все-таки. И я попробую эту пасту применить. Она дорогая, зараза, 8 долларов. Попробую. Это для посуды, чтобы мыть вручную. Это санитайзеры. Что дальше? Это мы купили дешевую индейку. 15 долларов минус распродажа. Эта индейка стоила 32 доллара. В общем, 15 долларов скидка. Лук всегда в теме. Это фермерская картошка. Тоже была на распродаже. Это мой любимый виноград. Очень сладкий. Он самый лучший, но он дорогой, зараза. 5 долларов за эту упаковку. Это клубника канадская. Я думаю, что она не органик, но дорогая, зараза. Бывает клубника дешевая. Сегодня 3,5. Но у меня есть творог, я захотела клубники. Это тоже ягоды не органик. Видите? Разве могут быть органические ягоды такие большие? Нет, не могут. Бусенька, ты покушал маленький, да? Ты покушал. Ну, посмотри. Тарелочка пустая. Боже, голодный мальчик такой был. Самый голодный. Косточку он хочет. На. Твоя любимая косточка. Все, побежали. Десерт. Так, что дальше? Это муж себе купил жвачку. Это он купил лайм джус. То есть сок лайма. Говорит, ты всегда там выдавливаешь лимоны, на тебе сок. Это я себе купила жвачки со вкусом арбуза. Это конфетки вишневые, конечно же, конечно же. Они бывают только в нашем магазине, в американском, во время праздников новогодних. Так, этот виноград по дешевке, не органик, но он очень сладкий. Цукини, органик, орешки. Это что у нас? Фисташки разные. Чили, легкий чили, перец и солт, как сказать, морская соль. Это мои сосиски, не мясные, из сои. Я вегетарианка. Я сначала это купила. Муж говорит, почему ты это не покупаешь? Ну, я решила прихватить. Это у меня сыр для запекания. Он такой же порезанный. Авокадо. Помидорки. Вот такие вот симпатичные. Они мне нравятся. Это не органик, конечно, но пусть будут.
перец вот такой вот красивый. Это муж себе купил бекон. Это яйца органик. Это фарш бусику. Это тарелочка, на которой я грела еду бусику. Ну и, пожалуй, все, наверное. Вот еще копченая красная рыбка была по скидке. Она сейчас $7, продавалась за 5. Вот. 3 упаковки я купила. Это у меня красная рыба. Сальмон, как это называется. В общем, вы поняли. И это камбала. Она мне понравилась. Вот, вот такая вот камбала. Дикая рыбка. А это копченый сыр, который у меня был на завтрак. В общем, это нужно все спрятать из русского магазина. Очень вкусный, кстати. Ну, вот так вот. И сейчас я приступаю к этим уборкам. Страшно посмотреть. Все это нужно по местам расставить, все помыть и немножко отдохнуть. Спасибо за просмотр. Увидимся. Живите вкусно. Не жалейте лайки. Подписывайтесь. Будьте здоровы. Самое главное. А уборка, все это, знаете, как всякие стрессы подождут.